Подергай, подергай, дверь. Так, ребята аккуратно разведывают обстановку. Смотрят, смотрят, как же можно пристрелиться к сопернику. И резкими ударами пытаются обменяться, но пока что не получается задеть оппонента. Уходят все удары либо в защиту, либо в молоко. Ну, посмотрим, это всего лишь первый раунд пристрелки. Сейчас мощный удар пропускает красный боец. Но остается в строю, остается на ногах, это замечательно, ведь мы хотим увидеть хороший зрелищный бой. Сейчас он идет в контратаку, пытается зажать бойца в синем углу. Вот эта Рубина уже пошла и пытается сблизить дистанцию. Так и работать на дистанции. Действительно интересный поединок. Взрываются по ходу всего этого боксерского поединка спортсмены с переменчивой постоянностью, но взрывы регулярно происходят, а болельщики их поддерживают! Отличный аплодисмент спортсменам! В сторону! Напомню, что чемпионский бой у нас состоит из двухминутного раунда, поэтому у парней еще остается 10 секунд побоксировать, чтобы первый раунд закончить. Ну посмотрим, у кого есть дистанция, вопросы друг другу по первому раунду. Или все-таки все решится прямо в нем? Нет. Гонг, и бойцы уходят. Давай, давай, лучше, лучше, левый, левый, левый. Что ж, второй раунд начался. Поединок очень-очень интересный. Приковывает все взгляды наших зрителей. Закручивай, закручивай. Не отпускай, не отпускай. Пытаются, пытаются обоюдно, обоюдно. Двигайся, двигайся. Друг друга выцепить, друг друга ударить. Стой, двигайся, двигайся. В сторону. Каждый удар может стать решающим от парней. Очень бодро, бодро двигается, очень хорошая динамика идет в этом бою. На месте никто не стоит. Слабые мужества, уже защита. Руки, руки. Ответ! Раз, ответ! Вот это бой, вот это бой от наших спортсменов. Всего лишь минута только прошла, спортсмены уже здорово побились и заслуживают овации, овации от вас, зрители. Всего лишь минута, а вот такая вот заруба. Настоящие воины прямо здесь, прямо на ринге. Сразу же две. Шаг назад делаю. Вот. Долго не проходит без атак, бой сразу начинаются новые атаки, новые нападки со стороны обоих участников этого поединка. Ребята, остается буквально 10 секунд до конца раунда номер 2. Все, гони, давай, концовку забирай. Итак, концовочка. Один на гонг. Бойцы уходят в раунде номер 3. Итак, у нас ждет целых 2 минуты отличного бокса. И сразу же парни начинают радовать зрителей обменами ударов. И отличная подготовка, жесткие удары выбрасывают оба бойца. Все, собрание от защиты, давай, от защиты. Сразу. Открой голову, работай, не стой, иди. Первый момент. Давай работай. Еще работай. Работай первым. Ну работай, давай. Еще. Очень-очень хорошо работают оба спортсмена. Давай. Завязываются в клинч. Давай, парочку еще жестких ударов по корпусу.
по корпусу и в область головы. Остается совсем немного времени, парни. Одна минуточка остается до конца третьего раунда. И вас поддерживают наши зрители. Это финал, это конец, дорогие друзья. Остается совсем немного времени. Чемпионские на морально-волевых у парней. Оба уже устали. И надо побоксировать, чтобы забрать победу. Чем же закончится это противостояние? Обоюдные удары. Концовку забираем. И вот это действительно будет концовка. 30 секунд. Остается боксировать спортсменам. Болельщики гонят их вперед, поддерживают. Еще аплодисменты парням. Не отпускаем его вообще сейчас. Вот. Бокс. Продолжаем дальше. Остается совсем немного времени, друзья. Концовку забираем. Выбрасываются удары. Это гонг. Отличный бой. Аплодисменты наши. Одержал боец из черного угла. Тихонин Дмитрий насильным решением судей. Итак, аплодисменты и награду вручает Царев Павел Николаевич, заслуженный тренер Республики Татарстан. Ну что ж, вот такой вот у нас получился насыщенный на бои и на разные представления вечер. Спасибо большое всем любителям бокса и всем зрителям, которые сегодня пришли поддержать парней и пришли посмотреть на действительно насыщенные бои. Всем большое спасибо, до скорых встреч и, как говорится, держите удар и будьте в порядке. Всем большое спасибо, до скорых встреч. Итак, у нас бьются Корнилов Дмитрий и Печевистый Глеб. Бой номер 20. Напоминаю, что, чтобы наши зрители не расходились, 21-й бой, главный бой вечера, сегодня пройдет между Чухониным Дмитрием и Галиевым Даниэлем. Это будет следующий поединок. Мы его подогреваем прямо сейчас. Ребята начали очень-очень бодро. Очень бодрый обмен ударами. Посмотрим, что будет на протяжении всего боя. Кидай просто левую руку. Глеб, давай. Глеб, кидай просто руку. Он не подойдет. Наша голова. Димари, успокойся. Двигаемся. Слабый удар. А? Нас, бань.
Ну что ж, а у нас сегодня необычный вечер, у нас сегодня есть на кого посмотреть и есть за кого поболеть, конечно же, за наших мужественных парней, которые сегодня на протяжении всего долгого вечера и долгого дня радовали нас боями. 21 пара, это получается 42 спортсмена сегодня присутствовали на этом ринге. Это ли не отличный мужской праздник 23 февраля? День защитника Отечества. Вот так вот наши парни сегодня его и отметили прямо на ринге. Итак, второй раунд закончен. Переходим к третьему. Ребята устали, отдаю свои последние силы в третьем раунде. Итак, поддержите спортсменов аплодисментами. Совсем скоро стартует главный бой. Пока что наши спортсмены сражаются на ринге. И так идут они вперед. Остается совсем немного времени, почти его не остается. Да, уже сил нет, но нужно держать удар и нужно пытаться еще отвечать своему оппоненту. Еще. Сам делай. Итак, совсем немного. Красный, давай еще, Глеб. По лицу старайся попадать. Итак, предупреждает судья, что остается 10 секунд до конца третьего раунда. Самое время взорваться бойцам на последнюю контратаку. Итак, и это гонг. Третий раунд закончен. Спортсмен в красной майке единогласным решением судей. Ваши аплодисменты Корнилову Дмитрию. Трудовые резервы, город Казань. И спасибо парням за такой хороший бой. Итак, напоминаю, что следующий бой будет финальным, и это главное мероприятие сегодняшнего нашего вечера. Бой номер 21 между Чухониным Дмитрием и Галиевым Даниэлем. Большое спасибо ребятам. Бой в рамках рейтингового турнира по боксу Лига бокса Республики Татарстан. Бойцы тоже готовы, вышли на ринг и пытаются как-то, чтобы защита соперника немножечко поплыла. Пытается отманить на себя атаку. И посмотрим, что из этого может получиться как раз. Взаимодействует с канатами. Давай. Но лучшая мотивация для бойца, конечно же, ваша поддержка, дорогие друзья. Остается совсем немного пар, я думаю, стоит поддержать. Немного классных боев. Вы еще потом долго их не увидите, так что мотивацию нашим ребятам, защитникам Отечества, особенно сегодняшний наш праздник, думаю, стоит дать. Итак, первый раунд.
обоюдно-остром противостоянии все эмоции парни приобрели на третий раунд, на концовку этого боя. Посмотрим, что же они сейчас покажут. И, конечно же, судьи тоже внимательно смотрят за этим боем. Итак, парни, готовы продолжать бой. Остается буквально минуточка до конца боя. Посмотрим, что же сделают парни. Парни идут активно, в активные размены, активные удары. Прижал синий боец красного бойца к канату, тот отступает, дает себе дистанцию для маневра. Давай маневр. Ой, активнее нужно защищаться. Итак, это гонг третьему раунду. Единогласным решением судей. Аплодисменты бойцу и награды, конечно же, найдут своих героев и своих победителей. А я объявляю 20-ю пару нашего вечера. Корнилов Дмитрий, трудовые резервы, город Казань. Печевистый Глеб, трудовые резервы, город Казань. И объявляю, что готовится заключительная пара сегодняшнего вечера. Это Чухонин Дмитрий и Галиев Даниэль. Это будет заключительная пара, а сейчас 20-я пара выйдет специально для вас. Да, турнир уже близится к концу, дорогие друзья, так что сохраняйте эмоции. Итак, первый раунд стартует между парнями. 16-й бой. Осталось наблюдать еще 4 боя вместе с вами, дорогие друзья. Ну, я думаю, что этот бойцовский вечер останется у вас надолго в ваших сердцах и вашей памяти, потому что сегодня приурочено все это наше спортивное событие 23 февраля. И это замечательно, что в нашей республике Татарстан развивается спорт в различных его появлениях. Давай, Лена! Стартуй, Мишка! Давай, сам. Давай, последние 10 секунд первого раунда остаются. Итак, бойцы выкладываются сейчас. Успеете? Нет. Оп, и это гонг. Так, ребята довольно бодро перешли сразу же во второй раунд. Сразу же с новыми силами бросились в атаку и пытаются найти слабые места в обороне у друг друга. Пытаются как пробить и по корпусу, и пробить в голову. Ну, посмотрим, кто же из нас первым, или сегодня у нас все-таки настоящие мужчины на ринге присутствуют, и никто не отдает ни метра своему сопернику, и борется, конечно же, до самого конца, специально для наших зрителей. Вот. Продолжаем напряженный 16-й бой.
осталось совсем немного, ребята, буквально последние 10 секунд второго раунда. И мы перейдем плавно в третий раунд. Давай, концовку делай, брат, давай, сам делай. Давай, все, давай, давай, давай. Гонг, который ты держишь удар. Итак, третий раунд. Вот, там, вот, там, вот. Закрывайся. Не рубить. А там по кожу дай пришлось. Бей тоже. Молодец, там. Все. Не рубить, не рубить. Вот, хорошо, еще. Работай. Делай сам, братан, не давай ему напасть. Работай сам. Проведи серию. Давай, давай. Даже его канаты не делай. Сам работай. Книжки сам делай. Итак, остается совсем немного времени. Почти его не остается до конца третьего раунда. 10 секунд. Давайте, мальчик, время вырваться на полную. Последние 10 секунд. Судьи записывают. Все решения. Мощные удары посыпались. О, это третий раунд закончен. Бою номер 16 одержал боец в синей майке. Ленар! Напомню вам, что приглашается пара номер 17, пока идет награждение. Степанов Игорь, трудовые резервы, город Казань. Мальковский Соломан, трудовые резервы, город Казань. Видимо, одноклубники будут прямо здесь выяснять, кто же из них сильнее. Это интересно, очень будет посмотреть на следующую пару, пару номер 17. Бойцы уже готовы, они уже готовы выйти, буквально рвутся на ринг. И, конечно же, давайте дадим еще раз аплодисменты нашим парням, которые показали отличный и завораживающий бой номер 16. Замечательно. Стоп!
Там Матис, сам Матис, покажи правую дайку. Вот, 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 лево покажи правую дайку. Там начинай. На корпус справа начинай. Матис, работай. Значит, сам тоже работай. Работай, работай, Матис. Иди, иди, работай. Дёргай, дёргай. Как теперь? Давай, Матис. Хорош. Долго, долго, Матис. Матис, давай, давай. Работай, работай. Работай. Поделись, Матис. Хорош. Лево показал справа сзади. По корпусу, справа. Давай, Матис, работай. Сам Матис. Матис, работай. Вот, вот, вот. Хорошо. Считай, считай, давай. Матис. Работай, давай. Дёрнуй, дёрнуй. Вот, работай. Работай, работай. Вот хорошо, еще Равин. Давай. Еще так же, Матис. Давай, давай, давай. Давай, Матис. Последний раз. Работай, работай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Матис. Работай, давай. Матис, работай, 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 Матис. Давай, третий раунд, последний. Работай. Давай, руби. Бей, 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 Равин. Работай, работай, Матис. Давай, руби. Матин, работай, работай, активность. Работай. Пиша. Сам, пей, пей. Вот так. Еще давай. Еще давай. Еще давай. Пей, 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 пей. Стой, работай. Пей, 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 пей. Пей, пей, пей. Еще давай. Пей, пей, еще давай. Еще давай. Еще давай. Решением судей одержал победу боец в синей мантии город Казань. Ну что ж, пока готовятся ребята и 16 пары Попов Гавриил и Никитин Ленар, перед вами выступит коллектив Амплуа, цирковой коллектив Амплуа своим номером на гироскоперах. Встречайте! Итак, наши бойцы бодро-бодро начинают после насыщенного на события 13-го боя. Думаю, 14-й бой будет казаться просто ослепительным. Сейчас посмотрим, как же будут развиваться здесь события. Хорошо, хорошо, хорошо. Руки, руки подними. Давай, давай, давай! Гривтан и Тамо, мальчик! Давай, я встретил!
Дай ему за! Рудам за, рудам за! Там надо один Насыщенный, насыщенный раунд номер 2 удара, это защита, Итак, наши дорогие зрители гонят наших бойцов вперед, остается одна минута. Остается 30 секунд последних, ребят, в этом бою. Давай, выкладывайся, давай. И теперь дело остается только за сутки. Интрига. Итак, судьям было сложно принять решение, поэтому раздельным решением судей победу одержал боец синий. Тихомир, Тополга, город Казань. Как у вас церковь, да я такой? Активность сразу же с первых минут от бойцов красной майки очень активно начали ребята. Главное, чтобы не растратили весь свой боевой потенциал к концу боя. И продержались достойно все три раунда. Ведь сегодня у нас 23 февраля. Напомню вам, что это День защитника Отечества. И сегодня наши бравые ребята, мужчины и все спортсмены отдаются на полную катушку в этом ринге. Аккуратно, пожалуйста. Руки, руки, руки.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, готов? Бокс! Отлично, в небольшом нокдауне у нас побывал спортсмен из красного. Бокс! Руки! Итак, аплодисменты, Это победа техническим нокаутом для бойца из синего угла. И награждает атаман Казанского городского казачьего общества Волжского войска Михаил Александрович Мыс. Одержал боец синей майкой. Аплодисменты! Аплодисменты и награды вам, конечно же, прямо сейчас, прямо в ринге вручатся. Аплодисменты еще раз ребятам. Достойно они выступили, достойно представили свой город и вообще всю Республику Татарстан. Сегодня, кстати, все достойно представляют Республику Татарстан и активно-активно борются на нашем ринге. Итак, 11-я пара. В черном углу в красной майке Алексеев Андрей, город Зеленодольск, Республика Татарстан. В желтом углу Идрисов Эмиль, трудовые резервы, город Казань. В синей майке начинают наши ребята боксировать. И мы, конечно же, за этим пристально наблюдаем. Итак, внимательно смотрим за раундом номер 2. Напоминаю, что это только 11-й бой. Впереди нас ждет еще 9 не менее увлекательных поединков. Поэтому внимание, внимание на спортсмена. Руки не отпускай. Подопри. Хорош! Давай, вот, давай. Давай, давай, не отпускай его. Голову не бей. Давай, не отпускай. Не бей голову. Стоп! Головой опасно. Оп! Подними левую руку. Работай сейчас, жепой. Давай, вот, работай. Работай, работай. Давай, давай, работай. Точнее. Давай. Не сбери, сними. Работай сейчас, руки выше. Руки забери. Спокойно заканчивай. Заканчивай спокойно, Эмиль. Два раза, все, да. Хорошо, в спине не бей. Оп. Эмиль, левую руку. Давай, Эмиль, доделай. Затух сам делай. 10 секунд.
Давай, 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 Эмиль, отдыхай, не отдыхай. Давай, работай. Хорош, еще, еще. Точнее, получше, получше. С размахами, без размаха. Миля, понять. Давай, давай, работай там ушло. Давай, скидь. Хорошо, еще, еще. Работай. Руки выше. Руки, Миль. Руки, руки. Руки выше. Давай, пол раунда. Не давай ему это отдыхать, он видишь. Подними руки. Давай. Вот так, хорошо, провали. Еще, еще. Руки вышли. Руки вышли. Лево, право. Давай, давай, я. Давай, работай, Эмиль, работай, точнее. Руки вышли, вот так. Еще, еще, еще. Хорошо, еще. Звони сюда. Давай, чуть-чуть. Разбатывай, вот так. Руки вышли. Я, давай, давай, руки вышли. Итак, концовочка раунда тоже не менее жаркая между двумя нашими бойцами. Аплодисменты бойцам, они проявили в этом бою характер и аплодисменты прямо под конец. Итак, а для награждения этой пары... Итак, судьи подводят свои итоги. Бойцы терпеливо ждут, а зрители их поддерживают. Как вам боец в красной майке, друзья? Как он выступил? Нет, 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 нет. Я просто спрашиваю, как боец вам в красной майке? Это не объявление результата. Судьи еще подводят итоги. А как вам боец в синей майке? Спасибо. Итак, единогласным решением судей победил боец в красной майке. Исмаилов Илья, город Арск, аплодисменты. Это более чем достойно ваши награды, медали и регалии. Итак, а 12-я пара объявляю. Боец в черном углу, Шарипов Аслан, город Вятские Поляны, Кировская область. Он будет выступать в красной майке сегодня. И боец в синей майке и в желтом углу, Минасян Яша, клуб «Алга», город Казань. Здесь перехватывать надо, да.
Работаем. Вот здесь твоя работа. Оп, стоп! Не жмем. Оп! Шаг назад! Бок! Все, 3-4. Да, да, да. Давай, сам работай! Активуй! Вот это вот активность от обоих бойцов. Действительно, настроились и не провести шикарный бой. Показать его специально для вас, дорогие зрители. Аплодисменты спортсменам! Боец в красной майке буквально прет, как танк. И сквозь оборону пробивается его боец в синей майке. И пытаются они нанести друг другу максимально точные удары. Вот! Останови его, вот! Здесь секунду, вот здесь сорвись, да-да! Работай! Толкни сами! Вот тут работай! Работай! Давай! Вот! Стоп! Не вкладывайся сначала! Вот! Сторонуйте! И в третьем раунде буквально в разнос решили действовать бойцы очень жестко и пытаются преимущество свое приумножить и нарастить. Ведь судьи учитывают совершенно все удары. Провали, Кирюк, провали его! Сами! Ай, вот работает! Здесь накидывай! Набрасывай! Набрасывай удар! Короткий удар здесь. Потолкнул и сам, да. Сбоку, снизу. Дорабатывают наши бойцы. Остается совсем немного времени. Толкни его сами, 3-4 удара. Разверни его, Кирилл, развернее. Сам, руки, руки. Перехватывай. Не знаю. Он устал, Кирилл. Еще один. Вот попал, еще бить. Кирилл, работай. Сверни. Вот здесь атакуй, 3-4. Атакуй, на друг, атакуй, на должен. Останови надо его. Работай. Шаг в сторону. Делай, друг, делай. Отталкивай. Отталкивай два раза. Здесь тихо. Вот концов. Итак, аплодисменты бойцам за такой насыщенный бой номер 10 между Алексеевым, Андреем Ирваком, Кириллом. Победу одержал боец в синей майке Рыжаков Кирилл единогласным решением судей. Ну что ж, а мы готовимся встречать пару номер 11. Исмаилова Ильяса и Идрисова Эмиля. Готовится пара номер 12. Разные города представляют бойцы. А это значит, бой будет жарким. И посмотрим, кто же навяжет свою тактику ведения боя на этот не менее увлекательный поединок. Активности, я думаю, спортсменам не занимает. Действительно, зрелищные бои они сегодня и прямо сейчас показывают. А мы давно не поддерживали спортсменов, аплодисменты участникам! Замечательно, в глухую защиту уходит и пытается атаковать боец в красной майке. Обоюдный хороший бой идет, вяжется в клинче. Довольно-таки ближний бой. Вот. Так.
парту было. Итак, гонг прозвучал, и вновь мы наблюдаем поединок совершенно двух разных стилей, двух разных боксеров. Один прямо летит в атаку, второй из защиты пытается ввязаться в клинч и очень хорошо контратакует. Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться бой. Картина боя у нас второго раунда. Вновь красный боец идет вперед и пытается обрушить квал мощных ударов на своего оппонента. Но пока что терпит, дюжит боец в синей майке и пытается жестко ответить жесткими ударами по корпусу. Ну что ж, а как вам бой, дорогие зрители? Поддержите, поддержим спортсменов. Ребята сегодня стараются специально для вас. Хорошо, осталось буквально 30 секунд. Очень мощно проводят бойцы раунд. Попал левый. Хорошо. Итак, а мы наблюдаем за развязкой этого напряженного боя между нашими спортсменами. Оба спортсмена сегодня подготовились хорошо. Как Руслан, так и Андрей боксируют сегодня очень превосходно. Концовочку выдают специально для вас, ребята, действительно достойные они сегодня аплодисментов, и это гонг звучит, финальный гонг. Итак, в бою номер 9 между Гатиным Русланом и Кондрашиным Андреем победу одержал боец в красной майке Гатин Руслан единогласным решением судей. В Казани вы выступите десятыми. Итак, интереснейший бой. И сразу же соперники пошли драться, пошли в открытую пытаться и пресс проверить своего оппоненту. И голову тоже. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Готовы бороться. В интересную защиту наступает боец из... Спокойно. Черного угла в красной майке. Итак, посмотрим, как же будут развиваться события дальше. Ну, настроены бойцы сегодня на бой, как вы можете заметить. И пытаются навязать свой бой друг другу. Пытается сейчас боец в синей майке отправить своего соперника в нокдаун. И шквал мощных ударов обрушивается сейчас на угол. И это
Нокдаун небольшой. Готовы? Итак, для награждения приглашается председатель Лиги бокса Татарстана Тукаев Раис Ильдусович. Победу в этом бою одержал боец в синей майке Соляхов Оскар. Победил он техническим нокаутом. Итак, продолжается у нас раунд номер два. Это, по-моему, единственная пара, которая вышла без защитного шлема. Действительно, смелые бойцы, смелые ребята. Продолжают нас боксировать во втором раунде. Аккуратненько стараются пристрелиться друг к другу и работать на дистанции профессионально. Вот, хорошо, руки держи. Вот, молодец, руки собери. На машине, без больно. Давай, есть секунду, работай. Двигайся.
Бит поживее сделай тут. Так, видимо, спортсмены хранили все силы на третий раунд, и вот сейчас пошли в откровенную рубку буквально, прямо с первых секунд, и пытаются друг другу уже зацепить, и пытаются выцелить лицо и голову оппонента. Вот так, отвечай, работать надо, Илья. Итак, продолжается наш раунд. Отвечай. Ответ. Вот так. Только низко будет. Хорошо. Так, молодец, бля. Итак, победу в этом бою единогласным решением судей одержал боец в красной майке Потяров Никита, клуб «Алга», город Казань. Итак, престижные награды вручает вам прямо из первых рук. И обязательно памятное фото на память и дипломы участников. А между тем я объявляю пару номер 8. Залиляев Мурат, клуб «Бокс», город Казань. Будет он находиться в черном углу и в красной майке. Быстрее. Давай. Хорошо, еще. Ну как работают боксеры? Не ловись. Итак, немножечко остается до конца первого раунда. Боксеры. Итак, есть, первый раунд закончен. Итак, а мы начинаем второй раунд. Просматривать его вместе с вами. Я вижу, что за ребят пришли очень много человек поболеть. Итак, кто же сегодня болеет за Каюмова Рустема? Давай. Есть такие замечательные грозы громче. Поддержите бойца. А кто сегодня за Ольгова Руслана? И это был маленький нокдаун. Поскользнулся боец. Давай.
тащи, когда душу стоит. Хорош! Давай, поставь, Слав, делай его. Хорошо, вот так еще. Блин, давай отдыхай, крути, поработай, Саша. Пол начинай, не надо пол. Вот, раз, два. Треть точку дай. Давай, 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 давай. Хорошо, давай, давай, там работай. Руки держи. Работай прямым в голову. Хорош, давай, давай, все, давай, 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 двигайся. Сам начни. Давай, давай, давай. Ударом сходи сюда. Вот, давай, 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 итак, раунд номер 3 между нашими участниками. Основатели затекающие болельщики очень-очень явно поддерживают своих спортсменов. Руки держи! Давай! Делай его! Вот так вот! Жесткую контратаку от соперника. И не готовы показать достойный поединок, достойный бой. И думаю, достойны вашего внимания, ваших нескончаемых овоций. Аплодисменты! Давай, 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 давай. Мастер спорта СССР по боксу Шагимарданов Марат Ильсуров в этом бою. Как тебе? Итак, победу в этом трехраундовом поединке раздельным решением судей одержал боец в синей майке. Точно,
сам. Итак, в этой паре больше у нас тактических решений. Бойцы пока не идут вперед, но вот активно, активно, активничает у нас боец в красной майке. Сразу же выкинул два мощных удара, отправил соперника на канаты слегка, но сразу же синий боец у нас реабилитировался и продолжает бой. Напомним, что это только первый раунд. Основное у нас за рубль в остальных раундах. И бойцы уже показывают себя достойно. Вау! Обмен жесткими ударами. Не будет ли нокдауна? Нет, нокдауна нет. Держатся ребята в порядке сейчас. Показывают стойкость и силу духа. Итак, бой идет дальше. Обмен ударами в нос. Жесткая рубка у канатов. Выпустил сейчас боец в красной майке. Бойца с синей майкой из угла, и продолжается наш поединок. Все чаще оказываются у канатов, и это гонг. Гонг только первый. О, все, спокойно, центр здесь. Через руку. Жестче, резче. Долго. Вот, ребята собраны до последнего удара в гонг. А напомню, что это только раунд номер два. И надо быть собранным и реагировать на каждый удар. Будь то удар по корпусу, будь то удар в голову. Нужно быть очень-очень внимательным и случайно не пропустить нокаутирующий панч от своего соперника. Итак, продолжается наш поединок. Мы смотрим все очень внимательно за ним. Активничают оба, никто не хочет стоять. Пассивно сейчас зажимает боец в красной майке своего оппонента в угол. Итак, бойцы начнут вновь в углах, в своих углах, проверят амуницию. Сам, долго. Руки забери, все понимаешь. Удары вообще не нужно принимать. Надо эти касания принимать. Лицо закрой. Двигайся, повторяй. Лево, вправо. Левое, правое встречает сразу. Руки собери. Вот, давай. Вот, молодец, вот. О, молодец. Вон сколько раз. И боец в синей майке сейчас начал активничать. Отвечать своему оппоненту за предыдущие два раунда. Тоже начал навязывать свой стиль боя. Пытается. Еще раз надавишь. Вот, давай сразу. Вот это себя. Атаку соперников, и я даже вижу, по-моему, первая кровь уже в этом бою появилась. Аккуратно надо играть, конечно же, все. Не травмировать спортсменов, ведь травмы это, конечно же, для всего нашего мирового спорта дело неблагородное. Поэтому главное не травмировать, а показать достойный бой. Оба спортсмена сейчас укладываются на полную чемпионские раунды. По-моему, осталось уже одна минута. Аплодисменты бойца! Какие-то давления, дальше. Вот так, лево сразу. Дальше дави его. Дави, Никита, дави. Давай. Вот так, еще. Дави. Сам теперь дави. Вот, давай, дави. Никита, сам дави, находи силы, дави. Вот так. Еще один, Никита, давай. Буквально последние 20 секунд осталось. Никита, раунд, уже будет давай, собирай. Иди, 10 секунд, дорабатывай. Вот, дорабатывай, 10 секунд, дорабатывай. Еще, дорабатывай. Вот, молодец, все. Вот, еще раз. Все.
Итак, мне кажется, ребята выложились на полную. Сейчас, как говорится, после боя кулаками не машет. Это Слэй Мальчик, Ёшин Алексей, представляющий трудовые резервы города Казань. Аплодисменты парням. Выдали они действительно жаркий бой. Оба застойные. И оба молодцы, одеваются медали, наши спортсмены, это парные дипломы и, конечно же, фотография. Оп. Есть гонка, есть накал между спортсменов, видно сразу. Не будут они медлить, не будут они защищаться, они готовы сегодня на День защитника Отечества порадовать нас очень-очень хорошим боем. Итак, прямо разведка боем сразу же идет, и жесткий-жесткий обмен ударами. Хорошо, Расул, хорошо. Поуже. Все, встречай, ломай атаку. Левый-левый сходи. Левый-левый, тыкай-тыкай. Хорошо, не вались. Хорошо, Расул. Хорошо. Встречай сам. Выпрямись. Хорошо, Расул. Давай. Сам начни. Хорошо, еще. Все делай. Хорошо, падай. На концовочке первого раунда тоже напряженная. Бойцы наши стараются. Итак, зрители, поддержим наших бойцов. Молодцы, сегодня ребята все отлично подготовились. Хорошая, давай. И болельщики тоже болеют за вас. Бойцы ведь это чувствуют всегда поддержку. И стараются показать вам настоящий зрелищный бой. Попадай, поуже, вот так. Хорошо, давай еще. Давай, устал. Зашел. Давай, провали, вот так, хорошо. Итак, это первый раунд. Хорошо, Расул. Давай, сжимай там его. Давай, Расул. Вот так. Давай. Хорошо. Снизу начни арку. Давай, Артур! Расул, давай! Хорошо! Давай. Левый попал, надо правый сразу, вот так! Разверни! Оттолкни сразу двоечку! Хорошо! Все, ручки на месте. Итак, очень хорошо выкладывается на полную бойцы. Давай. И ставят защиту замечательно. Хорошо. Идут удары в голову. Хорошие акцентированные удары. Хорошо, хоть шлем спасает. Замечательно, что думают о здоровье бойцов на этом турнире. Все-таки дружеский матч еще, здесь проходит у нас. Вот, работай, Расул. Все, в углу работай там, не отпускай. Левый, сходи, руки вышли. Давай. Вот так, хорошо. Еще, умничка. Давай третий раунд дорабатывай. Хорошо, еще. Давай, там. Хорошо, руки вышли. Давай, Расул. Вот канат, поработай. Держи. Давай, Таша. Давай, Артур. Артур, вот так, хорошо, еще. Давай, вот так. Еще. Все, ручки на месте, все ровно. Хорошо, умничка, надо наказывать. Поуже снизу пробей, вот так, повали. Расул, концовка надо проработать.
Руки выше. Провалил сразу на двоечку. Давай, давай, раз, по уши. Брэк. Хорошо. Давай, давай, Арасу. Попадать надо. Давай, давай, Арасу. Двоечку. В конце давай поработай, Арасу. Арасу, давай, 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 давай. Пробивай. Давай, давай, руки подними. Вот так, попадай, попадай, концовка. Все хорош, еще. Еще нужно. Двоечку зайди. Провалил хорошо, еще. Раздельным решением судей одержал боец в красной майке Бочаров Андрей! Аплодисменты, дорогие друзья! Равный, хороший бой! Спасибо большое! И награждает заслуженный тренер Республики Татарстан Царев Павел Николаевич! Итак, примите награду и, конечно, памятное фото, медали, диплом и памятное фото! Ну что ж, а у нас готовится пара номер 5. Яшин Алексей и Грабар Никита. Пара номер 5. И сейчас мы начнем. Почему спит? Идрис, поиграй, поиграй, потом будешь работать. Идрис, ой-ой-ой, вот так вот жестко-жестко и в руку сразу же пошли, загнал даже один спортсмен другого прямо в угол, но никто угол, не собирается отчаиваться, нужно немножко ставить руки, нужно немного защищаться, держать повыше руки, не давать себя пробить. Отлично. Хороший выход из контратаки. И вновь продолжается бой. Замечательно. А можно аплодисменты этой паре бойцов. И только первый раунд. А уже такой яркий. Идрис, пособрание. Больше прямых. Идрис, раскачай маятник. Вот вода. Теперь двигайся, значит, поиграй, поиграй, пока. Оп! Успеешь. Быстрее, просто играй. 3 секунды. Провали. Идрис, по корпусу заканчивай. Идрис, последняя контратака. Провали. Номер 2. Спокойнее, теперь восстановись. Поиграй, поуклоняйся. Тренеры тоже переживают за своих спортсменов, подсказывают. И мне кажется, тренерский подсказ здесь тоже очень-очень важен, как и зрительские симпатии и зрительские аплодисменты. Смотрись, на выходе добавляй. На выходе добавляй. На холостую не выходи. Хорошо, вот так, еще. Здесь ручки повыше. Поуже, поуже, руки выше. Идрис, лови навстречу, лети же на тебя. Идрис, раскачай, раскачай. Корпус. Раскачай, готов ударить. Хорошо, два этажа обработать. Идрис, подвигайся, подвигайся. Все. Готов, ответил, только справа отвечай. Справа. Вот. Оп! Стоп! Угол. Раз. Два. Итак, это первый нокдаун в нашем сегодняшнем рейтинговых боях. Ну как вам, друзья? Только-только все началось. Это первый нокдаун. Вау, супер панч уже идет. Прыгай. Вот. Давай, давай, работай сам. Вот так, еще.
подрез. Бокс. Итак, третий раунд нашего поединка заключительный. Сам. Вот это проход, спортсмены сейчас трутятся на все 100 своих процентов, на все свои возможности и откровенно рубятся прямо в ринге. Больше ударов. Идрис, еще минута осталась. Давай, еще работа. Давай, еще минуту. Оп, провалил. Давай, на ножку хочешь работать. Оп, уклоняйся, уклоняйся. Оп, и ответ в ножку. На контратаке, вторым номером поработай. Остановись. Давай, концовка. Идрис, ручки повыше, Ручки собраны. Идрис, ручки собери у головы. Идрис, зашугай его, покажи в корпус. Дай в голову. Идрис, 30 секунд осталось. Вот. Все, дышишь, вокруг. Оттолкнул. Оп! Руки выше, Артур. Идрис, 15 секунд. Все, терпим. Хорошо. Еще двоечка зайди. 10 секунд, все. Концовку забирай. Все, концовочка. Идрис, все, 5 секунд. 5 секунд, последняя атака, Идрис. Давай. Идрис, последняя атака. Ого. Итак, третий раунд завершился. И теперь дело только за двухраундовом поединке. Одержал боец в синей майке Раджабов Идрис. Итак, принимает Идрис награду, эти аплодисменты все специальные для тебя. Ну, конечно же, твоему оппоненту тоже аплодисменты и поддержка сегодня. Парни постарались на славу и зарубились в День защитника Отечества. Итак, памятное фото, конечно же, на синяя майка. Аплодисменты! Ну что, дорогие друзья, сейчас судья расскажет нашим бойцам правила, уточнит все остальные нюансы, и мы начнем. А пока что аплодисменты для наших маленьких спортсменов и начинающих наших звезд. Вот. А может, часть тренировку начинать? Стоп! Итак, друзья, маленькая заминка, а пока посмотрим, кто болеет, за какого боксера. Итак, аплодисменты, пожалуйста, Раджабу Ванушу. Красная майка, кто болеет за его, болельщики поддержим. Замечательно. И кто же болеет за Расулова Пагатина? Помню, вон в синей майке, вон вот это рубится уже, ребята. Интересно, как больше это вес, наверное, вообще наилегчайший. Но рубится, дай бог, и очень-очень здорово. Поэтому заслуживает зрительских симпатий и аплодисментов. Стой, правый. Напомню, что раунды у нас идут по 1,5 минуты. 1,5 минуты по 3 раунда, насколько я помню. 1,5 минуты по 3 раунда для наших маленьких чемпионов и маленьких боксеров. 10 секунд. Остается 10 секунд, подсказывает тренер. Раунд первый. Ну как вам выступление с вами? Итак, поехали. Раунд номер два. Посмотрим, тяжело ли будет судьям в этот раз, ведь откровенная рубка идет на нашем ринге. Обмениваются ударами обоюдно, оба спортсмена, никто здесь не хочет уступать. Естественно, в такой праздник нельзя пасть лицом в грязь, как говорится. Итак. Руки
Все внимание зрителей буквально приковано на ринг. Всем интересно, как же закончится этот поединок. Болеют, мне кажется, они за обоих наших спортсменов, и это здорово. Ведь детский спорт – это очень хорошее направление, особенно в Татарстане и в городе Казани. Хорошо, что он развивается, и это замечательно. Итак, бойцы на ринге стараются, устают. Я думаю, наши зрители тоже не должны уставать. Аплодировать нашим спортсменам. Подарите нашим маленьким начинающим спортсменам немного поддержки. Отлично, дорогие друзья. Вау, вот это, видите, сила поддержки такая была. Это раунд номер два. Поехали. Концовочка раунда, и, конечно же, наши спортсмены стараются выложиться по полной программе специально для вас. Итак, вот эта рубка начинается, и конец раунда. И сейчас все решение только за судьями. Посмотрим, кто же одержал волевую победу в этом раунде. Ждем только записок судей. Выпрыгнет. Итак, единогласным решением судей победу одерживает боец в красной майке Раджабов! А ну, спортивный клуб «ФИТ» города Казани. У нас готовится пара номер два. Мадугалов Артур, город Арск, и Раджабов Идрис, спортивный клуб «ФИТ» город Казань. Вы будете следующими. А готовится пара третья. Кисляков Александр, город Вятские Поляны, и Дружин Илья, спортивный клуб «Диана», город Казань. Готовится пара номер три. Сейчас будет выступать пара номер два.